Да я найду. Если что, в подводные пойдем. Угу. Ах, дом, милый дом. Угу. А это типа карстовый ворот. А-а-а, да? О! Очень интересно. Леськи-масиськи. Так. Вы убрали мой ковер. Какой ковер? А так, так там, блядь, ковер одна шкура. Который... Ну и что? Ну, одна шкура. Тебе не жалко? Мне жалко. Нет, а-а-а. Это же ковер. Ну иди, лови тогда. Блин, у меня мясо испортилось. Ну что такое? А его нельзя кушать уже, да, если я его приготовлю? Ну, тошнить тебя будет. Можешь как бы, почему нет? Блин. Так, мы ждем утра? Ну, да? Нам не обязательно ждать, мы можем просто... А мы можем еще эти светильнички пораскидать по дому, чтобы было светло поделать. Сюда, например. Только здесь как их цеплять? За верх, что ли? Б. Боже мой, какой у нас дырявый дом. Зато свой. Без мам, пап, ипотека, кредитов. О, сюда можно лампу поставить, а не эту, как он сейчас. А нет, лампу не надо, потому что здесь будут висеть еще эти. Бля. Это что такое было? На. А что ты в игру-то заговорила резко? Ты Q, наверное, нажала? А, я? Извините. Ты когда нажимаешь Q, начинаешь разговаривать в рацию вот так. Здравствуйте. Привет. Привет. И сразу становится выглядеть слышно. Да все, тихо, не дышу. Она запрещает нам разговаривать. Да прекрати, ну блин, ну что за... Фу. Так. Нормально, теперь уже светло. Короче, и хорошо. Вот так сделаем. А чё, блядь, так здесь мясо валяется нах? Ну оно стухло. Ну так ты его возьми, да в это выкинь. Ну выкинь, да? Я покакал. Алоэ пока еще нет. А? Наши гости. Что такое? Пиздюки напротив. Блин, у меня нет палок. Черт. Куда мы в итоге? Нам надо сторож поставить для палок в доме. Надо. Ну-ка. Держатель для палок. Вот. Тут поставлю. Три штуки еще надо. Готово. Так. Ага. Теперь надо наполнить этот сторож. Пойду я этим займусь. Пока ночь. Ночь и тишина, данная навек. Оп-оп-оп-ом! Эти соловушки не прибило. Оп-оп-оп-ом! Можно пойти, кстати, в эти, в водяные пещеры подводные все-таки. Можно, да? Ну, можно, да. Разрешаешь, да? Я тебя чуть-чуть потерплю сегодня. У меня сегодня нет настроения тебя терпеть. Чуть-чуть потерпишь, а потом? Чуть-чуть потерплю и уйду нахрен от тебя. Все, 20 палок у меня.
Господи, Саня до сих пор так и не отлагали никоим образом. Обидно. Ой. Так хорошо дома. А больше, походу, нельзя палки класть. 20 только. По-моему. Еще одно хранилище поставим. Да не, зачем? Пускай будет так. Я просто стрелы делала, немножко стрел поставила. Ну ладно, мне кажется, только было бы лучше, если было бы. Блять, ну что такое, нах? Почему дверь-то закрыли? Потому что я тебе сказала, я тебя чуть-чуть потерплю. Пусть ваш дом сгорит. Не надо. Наш дом. Он не твой. Зор хитрожопая. Когда не выгодно, наш дом. Когда выгодно. Когда выгодно, мой дом. Не, к тому, что ваш говорит ваш дом, а не наш дом. Хитрожопая. Фень хитрожопая. Ой, злые. Мне не нравится. Я хочу допилить кое-что здесь. Что допилить? Допиливай. Мне нравится, когда бегу встаю, я вот тут встаю. Вот. А, вот. Да, ну да. Бесит меня это. Отдаётся. Что ты сделаешь? Одну ступенечку? Ага. А я, кстати, не знаю, в первой части можно это делать? Не знаю, наверное, нет. Во второй порожек можно прям сделать, да. Вообще, во второй там прикольное строительство. Ну, мне нравится больше. Ну, там таких прям 100% безопасных мест нету. Туда так, чтобы... Так они и не нужны особо. Ну, такое. Вечно отбивать эти атаки. Ну, а что делать-то? Может, почему пойдём... я бульки слышу? Может, пойдем сохранимся и... Или уже скоро будет утро, непонятно. А, да, скоро уже будет утро. Чё? О, можно сделать ступенечку. Не нас... сделать ступенечку, но по идее нужно работать как подступенечка. А сколько? 6 брёвен, блядь. 6 брёвен? Нифига. У нас здесь так есть она... брёвен. Она это самое обычную ступеньку ебанула. А, так оно внизу, видишь? Смотри, как внизу. Пускай оно будет внизу, главное, чтобы оно вверху работало. Чтобы можно было на нее наступить. Это самое главное. Я вот здесь делала. Ой, кидала кучу бревен. Мне кажется, тебе будет. Ты когда увидишь, как это смотрится вот извне, ну. Я видела, как смотрится извне. Ага. Но я готова. Здесь еще 3 бревна есть. Неси. 2 осталось. Бля! Я вас заберу. А, ну 2 осталось, тогда у меня есть, все нормально. Блять, а куда? Построила? Вот, 1 осталось. Ну как? Нет. Да блять, ну че серьезно, что ли, столько? Ладно, сейчас. Так, короче. Так, открываем книгу. Ну, тогда это. А ты мост не срубишь? Срублю. Хопа. Вот. Ага. Бля. Зачем? Ну, теперь мы можем по воде вот так спускаться и плавать. Сейчас я построю. Слушайте, подожди, а если у нас уже здесь... Ну, если, да только блин. Они, если только они прорвут оборону нашу, да, тогда, типа, не стоит делать мост. Ну, нормальный такой, до дома. Может быть. Вообще, по идее. Короче, вот так вот. Вообще, по идее... Нет, стоп. Вообще, по идее, вот этого должно быть достаточно. И можно, блядь, не извращаться. Вик, возьми бревно, которое плавает там. Ну зачем? Чего зачем? Вот это зачем? Это? Ну вот это зачем? Ну так это тот самый мост, ну, который был. Порожек или как это?
Есть у кого еда? Там мясо или что-нибудь такое, то что? Уже нет. Я просто не вижу смысла вот в этом. В чем? В том, чтобы было удобно прыгать? Ну, можно просто попрыгать нормально, а не вот это вот делать. Вот, нормально прыгается абсолютно. Вообще нормально прыгается. Попробуй. Нихера! Так вот, просто со спринта, господи. Это не всегда работает, это неудобно. Это работает всегда, просто надо разогнаться нормально. Я ж спокойно прыгаю. Но это работает только у тебя всегда. Ты вот особенная. Ладно, если будете делать, сделайте красиво хотя бы тогда. Блин, где все кролики? Почему они не попадают? Давай я тогда эту хуйню разъебашу сейчас. А не разъебу. Ну-ка, зачем ты под воду сейчас поставишь эту херню, и в итоге у нас будет, блядь, мост почти до дома? Нет, я буду фундамент ставить. Небольшой, совсем маленький. Я не хочу ставить прям большую, это, знаешь... О, у нас гости. Да, блядь. Он просто все ловушки ломает. Бежит и ломает, охренел. Ну вот это... Ладно, я молчу сам. Что, под водой? Да, он под водой, я вижу. Так. И сюда, иди сюда. Мы их бросим вот сюда, сюда вот. Вот. Ну, вообще прыгается, конечно. Так не прыгается. Я же говорю, прыгается. Просто надо немножко привыкнуть и все. Да нет, Маш, здесь три этих упало и три и чело. Нет, да он еще. Я еще две поставила, он еще две бежал мимо, сейчас, короче. Я сделаю, короче. Две, короче, просто на спринте положил, но мимо пробежал. Ну ты поняла, надеюсь. Блять, серьезно? Угу. Это нереально. Надо прыгать на. Так. Слушай, оно не работает. У нас почему не работает? Потому что идеально не выглядит еще более идеально. Ебать, ты бейте, блядь! Я просто... Будет, я не знаю, ПТСД. Прощайте, блин. А, как хорошо. Так. Боб строитель сейчас построит. Давай. Так. Придется дальше кушать батончики. Так Зор тут стройку устроила, всех рыб распугала, блядь. Вот, не будет, смотри, не будет больше рыбов. Рыбов? Не показывать ничего, ну. Не показывать, не продавать. Ну чё вот он красивый? Зачем он нужен? Он красивый. Нужен нормальный, он зачем? Нормальный помосик, будешь с ним. Чтобы вырубать. Они, блядь, вот так вот пробегали здесь и запрыгивали к нам, да? Но мне кажется, они на плот не смогут пройти, а если смогут, то... Проблема в том, что помост тут уже довольно... Помост тут уже довольно, блядь, большой, длинный. Слушай, я не думаю, сказала, что они прохерачат оборону, если честно. Могут, конечно. Если прохерачат, то мы уничтожим этот мост и построим новый мост. Много делайте, мостов. Делайте, чего и хотите. Так. Все, я пошла тогда это. Пожди, тебе поесть надо было. Я уже поела ягод, не надо. Что, тебе больше не надо есть? Ну, я до отвала наелась. Ну, ладно.
смотрите сами. Помогите, пожалуйста. Достроить этот прекрасный мост, по которому будут бегать абсолютно все. Я 3 рыбки готовлю на костре. Фига, Маша далеко ушла. Угу. А что ты там делаешь, что оленя убиваешь? Нет, искать пещеру пошла подводную. Мы просто рядом с ними были. Но не удосужились спуститься под воду. Зорно, иди кушать. Треть. А, блядь! Давай, давай, быстрей. Иду. Не горит сейчас нах. Я на соловку уронила, иду. Обе рыбки твои. Спасибо. Так, ну я нашла первую пещеру. Ну, а вопрос... ну плод у нас где-то здесь. Хорошо, сейчас. Там, если что, у нас рыба вяленая дома. Тут эти чуваки на нас нападают. Да, большая часть на ловушках умрет. Хотите, идите ко мне, и как бы хрен не забьют хрен на дом. Мясо и про... Короче, у нас до хрена всякого. Что? Ничего, ничего. Эй, слышь? Алло, блядь. О, это чё? Оп! Ты чё нахуй? Ты шо постоянно... Палочки нет, Вик, помоги. Я взяла. На. Я пока забор починю. Ты иди в это. Переплавь. Хорошо, я могу. Вот, ручонки свои распускает. Так, чем мы? Давай, погнали к Маше. Конечно, к вам приду. Ты хочешь броню сделать себе? Нет, я хочу дорубить мост. Да пойдем, доделаем мы его потом. Ночью там время два, будет. Там два бревна осталось. Буквально два. Так одно бревно здесь лежит вон. В воде? Нет. Вот здесь, в холдере. О, давай последний как раз. Блин, у меня в руках трофей чайки. Ну, ёб твою мать. Это плохо? Ну, типа, не каждый день удается чайку убить-то на лету. Ладно, я домой. Да. Давай сейчас. Она к вам как раз. Давай, я там начала плот еще один строить. У нас там почти все готово. И пойдем. Надо выйти на пляж к якорю. К той палатке. Вот, там, я проебала копье. Ты новое сделай. А, кстати, ну, сможете зайти, там просто молоточек. Ну, тоже, типа, недостроенное строение, так и дойдете. Не понимаю, когда я его проебала. Ну, ладно. Сделай новое. Блин, Форест втроём вчетвером вообще не страшная игра. А когда один играешь, аж поджилки трясутся. Ты предлагаешь нам выйти?
Ну, блин, в пещерах здесь все равно крипово. А к тому же у нас еще впереди как бы финальный босс. Что финальный босс? Ну, по сюжету, который будет. Это большой босс? Так, да? Надо... Надо достроить этот, да? Да, плот. Я иду. Бег аккуратно. Бревно! Испанцы! Сделали. Не ошибись. Так, давайте сохранимся. Давайте. Поесть кому надо? Нет, я ягод поела. У тебя ягоды быстро выветрятся. Просто у меня есть рыба, которая испортится в инвентаре. Поэтому спрашиваю. Ну, если я поем, я же, наверное, это... Короче, нам надо вон на тот все-таки остров, где вот корабль. Вопрос. Как на костер поставить кастрюлю? А ее надо... Ее надо с водой скомбить, и еще с мясом, и сварить суп, типа. Ну, дайте я это сделаю тогда сейчас. Я могу ее так и выбрать. Ну, ты берешь ее в руки и воду черпаешь, по-моему, да? Не, по-моему, просто на ее ставишь. Куда? Ну, тут уже стоит просто кастрюля. Батьки исполнили. Вика не знает, что делать в кастрюле. Нам, наверное, не морская вода нужна, я думаю. Там просто в костре. А это точно костер? Это же не костер. Он же не поджигается. Ну подождите, дайте мне. Ну сейчас я сделаю тебе костер. Я уже поставила. Вот, давай, ставь сюда этот. А, ну вот, на С. И сюда можно положить трех рыбок. А и это, вот это. А, так ты же, ты же выпиваешь суп за один раз. То есть это же не рентабельно. Он же делается всего лишь одна рыба. Ой, в смысле, одно мясо, вода и что-то еще. Это сейчас не... Много мяса. Это сейчас... Мы много рыбы запихали. Не, я понимаю, но просто так это могло три человека поесть, а сейчас только ты один прием пищи сделаешь. Так не я буду есть. Так а какая? А вода где? Остались три женщины на острове, блядь, которые не могут это... Суп сварить. Да. Вика так сильно хочет суп, что аж это... Бориген сзади бегает. Его уж можно есть, слово. Да? Кушать. Это Сира. Спасибо. Вот видишь, нерентабельно было. Пошли. Ну ладно, зато сытая теперь ты. Не я. Нет, не, стой. Нет. Прыгни. Радейка ёбаная. Этот Форест просто... Ничто не побьет этот Little Hope все равно. Ой, радуга! Смотри, радуга! Меня огромная. А, нет, есть, слева наверху. Есть. Класс. Отправляет нас в наше гейское путешествие под воду с зомбями. Тут Маша такая, осуждаю! Да нет, ну я не за это же осуждаю, за... Да наша страна теперь все осуждает. Да, да, теперь да, наша страна осуждает. Короче, хожу в наше хорошее дружеское путешествие. Да, крепкое мужское. Да. Умрем и побежим по радуге. Короче, нам нужно... Осуждай. Куда? Короче, нам... Ну, причаль к этому, к берегу, пожалуйста. Я умею причаливать. Блять, все, иди, все. Вот, нам нужно вот здесь зайти в корабль. Вот это его первая часть. И нырнуть вниз.
Да, вот там будет. Подожди, стой, надо акваланс надеть. Там будет вторая часть корабля. Нам нужно найти трюм. И заплыть внутрь. Плохо видно, правда, но... Вот, здесь заплыв. Где? Вот где, где я. Сверху. Угу. Блин, так, мутата. Вода, да-да-да-да-да. Вода, да-да-да-да-да. Мутата-та-та-та-та. Вот пещера. Здесь, по-моему, ничего интересного не будет. Но это вон, холодно и мокро. Одна из трех. Логично, что тут мокро. Давай согреться. Давай попозже. Мы... Нет? Бля, ничего не видно. Ты не простынешь здесь, ничего с тобой не будет. Да. Все, что у тебя... Нам все, еще тебя надо будет, нам еще надо будет. С правой стороны у тебя просто стамина меньше, видишь? Нам еще надо будет плыть, так что... Энергии меньше. О, арбалет. И... Крест, гроб и церковь постройки. О, то есть мы теперь их построить сможем? Да. А здесь, да, а здесь болты арбалетные в голове. Ага. Так, ну все, пойдем. Да, можно следующую пещеру лутать. Ты не хочешь? А, ну ладно. Ну вот, теперь у нас есть новая игрушка. Ну супер. Следующая пещера получается все-таки там, где контейнеры, только в океане. И, блин, а вот где третья? А третья между тремя островами. Тоже где-то здесь. О, просто болт. Ну, теперь можно греться. Я знаю, где мы на карте стоим. Развела костер, ничего не сказала. Ну да. Так. Так. Теперь вот. Кусок мяса маленький. Кстати, да. Так. Теперь я знаю точно, где пещера у контейнера, а вот где третья, которая между островами, я хз. Надо будет смотреть. Пойдем посмотрим. Пираха идет. Второй, в смысле, пока что. Угу. Сейчас поем. А у нас уже закат, кстати. Ну ладно. Ну, на пещеру это нам особо не помешает последнюю пролутать, а потом уже пойдем домой. Игра! Другую кнопку. А, его можно толкать. Надо. Уйди с плота. Зор.
Его, по-моему, можно как... Ага. Ага. Нет! Нет! Куда? К контейнерам. Это вон туда, направо. Я так понимаю. Угу. Получается, что где-то пещера, вот вторая пещера, она где-то между вот этими тремя островами. Так что, ну, она где-то вот получается здесь примерно. Но искать ее, особенно в полутьме, как-то особо неохота. Вот к нам, к контейнерам, это правее. Там, если что, еще акулья. Где? Есть. Что там еще? Возле пещеры акулы. Возле пещеры? Какой? На второй, вот второй мы еще сойдем. В смысле? Акула плавает. Ну, акула возле меня плавает. Здесь, которая вот, или у которого контейнер? Которая в океане. Которая в океане. Mm-hmm. Акула в темноте. Ну, по идее, можно вернуться туда к палатке и проспать. На, там, по-моему, для одного только места. Все, ночь. Ну, чё вы тут долго вошкались, а? В смысле для одного только места? Вопрос такой, блядь. А у нас дома не одна кровать? Ну, кто его знает. Спим этим, как его? Со солдатиком. Сэндвичем. Я с краю, чувак. Кто посередине сегодня? А и куда плыть, блядь, называется, да? Тому, кто посередине, кстати, теплее всего будет. Но мы сейчас упрёмся прямо в этот... В остров? Да. Вот он прямо справа от нас. Но мы все равно ничего не можем сделать. Из листьев и палок, если только сделать этот шалаш и ночь прогнать, давай. Ну, давай. Я поставлю. Так. Давай. 26 листьев, 14 палок. У нас 14 палок наберется? Да. Сейф? Строители просто пиздец. Главное, что не демонтажники. Демонтажники по утрам. Все, погнали. Короче, она где-то, походу, здесь должна быть. Пещера? Я правильно понимаю. По-моему, да. Чё, думаешь, понарядь? Сейчас я... Подожди. Сейчас я соображу, где мы находимся. Ты же третий контейнеров, я вроде как знаю, где. А находимся... Нет, она дальше. Она вот в ту сторону. Вот туда. Вот видите, там вдалеке есть... деревня? Помимо на... Не-не-не. Так там уже контейнера, вот. Это ты путаешь нет, пещеру. Нет. В смысле? В смысле, я путаю пещеру. Нет, вот здесь вот маленький остров, и за ним еще один большой. Не, ну, тот, который с... Не тот, который с деревьями. Куда вести-то? Удачи в жизни! Прощайте! Сучка, вернись, блядь. Как думаешь, мы застрелим ее из арбалета, нет? Не, не думаю. Смотрите, пока я поплыву. Блин, нам попить поесть надо, алло. Ну, я попила газировки. А поесть? А, нечего есть. В смысле, нечего? У вас есть мясо, у меня нет. У тебя есть броня из мяса. Я могу дать шоколадку. Надо? Нет. Можно, вот так вот. Можно на птичке. Вон, да, птички. Так, сейчас я сделаю. Сейчас я птичку тоже топаю. Я поймала двух птичек. Молодец. Я поела, может, кушать. Я взяла с собой кроликов. И говорила вам, возьмите с собой мясо. Галиново. Сейчас еще один кусочек вам положу. Знаете. Кажется, я чувствую запах этого жареного мяса. Галлюцинации подъехали, нормально. Продолжаем с выдыхи. А ну, какое мясо, что мясо? Зардейдай. Тоже все уже наелось. Ну ладно. Давай. Ну а что, не оставлять же. Так, ну что, поехали? Зор, в смысле, Вика, куда там плыть-то надо? Я убежала вперед. На соседний остров. Маленький. Ну, ты знаешь, куда идти надо? Ну вот, судя по карте, вот смотрите, видите, перед вами, вот там вдали большой остров.
Ну, в смысле, ну, по большей части. С горой, в смысле, вот со снегом? Нет, не там, где лес. А, вот это перед ним. Маленькая земля, ну. Да, да, и не доезжая до него, там маленькие такие камни будут. Вот не доезжая до этих камней. Короче, между этими островами. Так ты прыгать будешь, нет, к нам? Да, давайте. А, нет, Вика, смотри, вон контейнера, ты путаешь. Потому что это, получается, с контейнерами пещера. Вот контейнера, и перед ними как раз-таки, вот, как ты и говоришь, где-то в камнях. Где-то здесь будет пещера на дне. А вон, наверное, вот то, что плавает. Ну-ка. Аккуратно там отходу. Думаешь? Слишком близко. Нет, там нет, вот в той стороне. Очень хороший, не палец, а этим такой вклад. Короче, настройки, графика. О, здесь есть еще подводный контейнер, нихера. Отражение в экранном пространстве, тени, световое рассеяние, а в нем ни хрена. Объясни мне, Жор, пожалуйста. А вот когда воздух с баллоне закончится... There's a yellow semi-trailer on the ocean floor. You need to change your ocean quality settings to flat in order to see it. Я не понимаю, какую... Я понимаю, что надо сделать, я не понимаю, какую именно поменять настройку. Давай, короче, сейчас посмотрим. Ocean settings? Ну, да, говорит, что your ocean quality settings. Просто здесь нету такой настройки. Местность... анимация океана ставь на flat. Это где? Это самая правая верхняя... Это... Воздух в баллоне, интересно, автоматически поменяется или нет? Ебать! Чё? Ебать! Маша! Что? Зайди в настройки. Да подожди, ебать. Я пытаюсь понять. Воздух в баллоне закончится и всё? Нихера да. Себе! Да, когда воздух в баллоне заканчивается, ты, блядь, ну... Ну так всплыв... О, боже! Напугал. Идиот. Чего, настройки? Ни хрена себе изменения. Качество прорисовки экрана поставь себе самое низкое, флэт которое. Качество текстур. Дистанция прорисовки травы. Что? Нет. Это наверху самая справа. Верхняя, самая правая опция. Ставь флэт. Качество анимации океана? Да, флэт. Окей. И посмотри на океан теперь. Только не из воды. А, так из воды тоже классно. Он какой-то странный. Но он прозрачный теперь стал. Он стал спокойный и прозрачный, да. Так, девочки, там я... Там что-то в желтом контейнере какая-то драгоценная должна лежать. Да в смысле? Я там была, там ничего не было. Хотя, ладно. Я теперь не могу... Мне... Знаете, что сделать? Надо... А как баллон с воздухом поменять? А, скорее всего... Снять, надеть? Нет, использовать. На, на бак с воздухом нажимаешь, использовать его кнопку. Поняла, все, использовать. Ну, так мы сможем, наверное, пещеру какую-то найти. Что там за драгоценность? Написано, по-моему, я ее вижу. Пещеру? Да, по-моему, я ее вижу. Это не факт. Вот там нет, будет как раз-таки балка с деревянной. Вот она, да, вот она. Нашла, Вика, нет? Да, я нашла. А, вот она. Я нашла ее. Ну все. Лучше всплыть, на да. На карте указано, что там драгоценность, типа... На деле хуй. Там балка на двух цепях? Да, идите сюда. Да, плывем. Казарка, зацепляй себя тут. Николай. Ну... Подождите меня, пожалуйста, если не сложно. Я туда заплыву, но устану там. Я жду тебя. Сейчас стамину отрегеню. Чё, давай погружаемся. А, вот это... Thank you.
вторая. Вот. А теперь осталась та, которая между островами, я так понимаю. Здесь рисовка. Здесь вот прям место. Ну а что, какие-то постройки? Горка, наверное, скорее всего. Это американские горки. Глубоко вообще, капец. Угу. Ля, сколько всяких... О, боже. Ого. Рисунок. Еще зарисовка. Два болта здесь. Ну и типа что, все? Да. Пещеры, вот эти вот водяные пещеры, они такие... Маленькие. Они маленькие и, ну, на новые эти, как называется? На новые постройки. На новые постройки, да. А вот где третья, я хз теперь. Она где-то между островами. Между какими островами? Ну вот, вот эти три острова, которые были. Вот, но вот это вот, это, вот эта пещера, в которой мы, это, грубо говоря, крайняя справа. Или подожди, она вообще в другом месте находится. Бля, не знаю, надо... Я сейчас посмотрю, она тоже в океане должна быть, да? Она тоже в океане, да. Посмотри, мы с тобой прошли, мы с вами прошли, которая около ящиков, мы с вами прошли, которая в корабле. Получается, осталась одна, то есть не так сложно. Так, мы прошли вот эту. Так, что, нам нырять же, да? Мы прошли вот эту. А еще одна пещера с противоположной стороны острова находится. Значит, точно. Надо пройти до одинокой палатки. Точно, точно. Все, мой косяк. А там, где акула находилась, это как раз у корабля. Вот там была акула. Здесь тоже акула обозначена на карте. А, да? Да. Вот, теперь реально видно в океане что-то. Охренеть. Ну, он прозрачный стал просто. Да. Так, и что, поплывем? Ты знаешь, куда? Вокруг, да, можно. Да, Вик, плывет, и я слабо понимаю, куда нам. Сейчас, секунду. Сними. Да-да-да. Так, господа товарищи. Нам долго плыть. Давай. Кстати, если что, прям на плоту можно разжечь костер и там, допустим, поесть еще что-нибудь. Может, мы просто пешком побежим в ту сторону, а потом там плот еще один сделаем. Заебемся плыть-то. Прикольно. Зора, она у тебя тоже катаной гребет? Да. У меня тоже катана. Теперь такая вода. Вот вроде. Вроде некрасиво, а вроде так красиво. Обратно поставила. А на дне что, интересно, обратно акулы? Обратно поставила. Угу. Зачем? А на дне мертвые акулы. Прикол, а на дне лежат мертвые акулы. Раз, два, три трупа. Обалдеть. Три Валеры не поделили океан. Да. Ну хочешь, давай пешком. Ты знаешь, куда идти? Ну сейчас мы давайте доплывем хотя бы до этой палатки, сохранимся и там побежим. Нам просто вообще вот нам вот туда, в ту сторону. Смотри, смотри, плыви дальше, пусть. Смотри. Ты говорила, плестяшка в желтом. Ой, там акула. Кстати, есть ачивка, если мы сможем убить акулу в воде. Давайте. Там желтый контейнер. А в желтом контейнере, может быть, там вкусняшка? Это она? Да? Да. Bite me. Получили достижение. А я нет. Я получила, значит, я убила, получается. Я вот в этот контейнер сплаваю. Посмотрю, вдруг вкусняшка все-таки существует.
Ладно, если я увижу акулу, еще раз попробуем ее убить. Чтобы мы взор тоже получили. Так всем сделаем, да? Да-да-да. Не, ни хрена, контейнер пуст. Ебать, это медленно, конечно. Ну мы реально так просто, ну... Ну причал к берегу, давай. Приходу Христа, блядь, только. Ко второму. За руном, как весело. Гензимейнер на отдыхе просто. Бля. Пизда. Блядь, Зор. Погнали. Сегонемся, я там. Орева разрушил наш плот. Это ты. Ох, вы слышали это? Кто-то безобразничает. Я пыталась суету имитировать. Безобразничает. Сымитировала. Махай мечом в разные стороны. А вон, кстати, где флажочек, там будет эта палатка. Да. Ну, я по-хорошему, я не знаю, стоит ли нам туда бежать сейчас. Мне кажется, проще доделать дома дела и с утра побежать. Что думаете? А что, так далеко, может, что ли? На противоположную сторону, я же говорю. Ну, так, а может, добежим и закончим с пещерами водяными, нет? Ну, можно, просто ночью будет проблематично ее искать. Ну, а мы там шалаш построим и перебдим. Ну, ну давайте, сейвимся и погнали. Я засейвилась. Сейчас я... Можем идти. Закрою этот. Ой, открою, вернее. Карту. Ну нам типа туда, в ту сторону. Там дальше разберемся. А, туда, аж ни хрена. Там на местности сориентируемся уж. Я полагаю. Больше нести нельзя палки. Спасибо, мастер Йода. Я хочу есть. Ну, мы через дом пробегаем. Можете забежать, взять мясо. У меня шоколадка есть? Есть. Я шоколадку съем. Масса. А где Вика? Да, я тоже не знаю. А вон... Да, я возле дома. Нам туда? Я через него. Через него насквозь. Сейчас я ловушки подниму. Так, кролик не ловили? Нету, кроликов не ловится. Все ловушки пустые стоят, не знаю почему. Что, у меня стамина вообще не восстанавливается, блин. А, растения смешивай. Лечебные ты? А, подожди, точно, я пора. Там энергетик можно сделать. С этим, с... Как? С икорием. Ну, совмещаешь растения, которые, ага, у тебя там цикорий есть. Вижу, так. Эхиноцею, цикорий и этот, и календулу, и получается энергетик.
По-моему, из двух растений получается энергия. Олень! Стой, сука! Стой, блядь! Ты не уйдешь никуда от меня. Лук. Вижу, вижу оленя. Пощадно. Подожди, он почти становится и... Ага. Блядь. Давай. Так. Есть? Да, поймала. Иди-ка, они весь бомбу снимать. Давай. Эй, шкурка. Блядь, голова. Я домой. Давай. Блядь, а у нас здесь аборигенов куча. Нет, это моя голова! Нет, это моя голова! Отстой! Удачно побегать. Поделать всякие вещи. Вот. Суки, они домой зашли. Бля. Ёп! Твою мать, пацаны, вы чего, блядь, отъебитесь? Они к нам домой? Да, 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 да! Всё. Да. За ворота или на флот? Да все, они дома, дом, ну. Так, один утонул, хорошо. Они в дом-то зашли? Нет, да, блядь, никто не трогал твой дом, они просто хорошо. У нас на территории. Так, ладно, я уже погасил. Декан, тут какая-то хуйня орёт очень громко, прям как будто рядом со мной. Я-то подумала... Олень! Вика, иди сюда. Бегут олень. Не-н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 е. Арбалет. Так, ну я вроде как отбилась. Я поставила здесь, недалеко от пещеры, кибитку маленькую, желтенькую. Mm-hmm. Жду вас. А как мы ночью дойдем? Я вообще дома. Можете на меня хуярить просто, на никнейм на мой. Главное, это, как добежите до лунного свечения, до горизонта, не падайте вниз, потому что там, ну, кратер, ну, не кратер, а этот, как его? Обрыв, обрыв. Так, ладно, дома я плюс-минус. Один утонул, одного я убила, второй либо утонул, либо я хз, что с ним стало, поэтому... Может, ловушку попал? Может... Нет, они все были дома у нас. Так, сейчас я починю стену, потому что... Ага, выбрать. Потому что они почти разбомбили. Да, очень сильно разбомбили. Ёкало меня, а как ей спускаться-то? А, правее беги. Там вроде спуск будет. Правее от меня, от тебя левее. Маленький светящийся человечек. Я нихуя не вижу. А, спуск себе нашла. Угу. Такой ты маленький муравей. Вика, там же нет акулы, да? Вроде нету, нет. Ну здесь мелко. Плыви на свет. Я на твоих плыву, Вика. Это мой свет. Ник, значит. А, так у нас лунное затмение, блядь. Поэтому и темно, пиздец. Луны нет вообще. Лунное затмение? Ну да, луна закрыта вон. Ну просто, может быть, это плохая погода. Нет, там луна закрытая. Mm-hmm. Я бы, если бы реально сейчас плыла в этой хуйне, я бы, блядь, я бы не плыла в этой хуйне. Ты бы пищала? Мне бы скорее обморок хватило сразу. Да ладно тебе.
Ты не дознаешь, сколько сильно я боюсь того, что может быть в темноте в воде. Да я сама не в восторге, если честно. Это максимум змея, господи. Ага, бля, знаете что, короче, мы сидели как-то с друзьями. Мы сидели с друзьями, собрались, ну, типа, ну, как понятно, да, типа, поиграть на столке, выпить пиво и так далее и тому подобное. И одна из наших... Маша, аккуратно, с обрывом. И одна из наших подруг говорит... Ага, вижу. Можешь по свою левую руку просто бежать, там спустя, ага, в ту сторону. Одна из наших подруг говорит, я, говорит, не могу, я боюсь, я, говорит, не захожу ни в какие... озера, ни в какие реки, потому что, говорит, там крокодилы. Я говорю, там блядь, нет, там крокодилы. Короче, все начали ожесточенно спорить. Так, а как спускаться просто? И все молчат. Как понять просто? Я говорю, слева от тебя есть спуск. Какой именно, веревка, типа, или... Не-не-не-не-не-не, просто спуск пологий. Вот, и, короче, все начали эту тему форсить на тему того, есть ли в реках крокодилы. Я говорю, да нету в реках, особенно у нас, нету в реках крокодилов. Она говорит, нет, есть. Я говорю, хорошо, начинаю гуглить, в русских реках, в российских, да, не бывает крокодилов. По одной простой причине, что, температура воды не подходит для них. Она такая, говорит... Ну похуй, значит, змея. Смешная. Не, ну... У каждого свои таракашки, конечно. Поешься? Я тоже не люблю... И поешь. Воду. Ну чё ты ругаешься на меня? Ешь давай. Сюда. Чтобы оба съела. Даже если ты ста, ешь оба. Нет, я Маше оставлю второй. Я нажала. Доброе утро, три гетеросексуальных мужчины. Бля, надо 4. Пожрать, надо пожрать. Так. Правда, надо. Ну ладно, мужики довольны, а я шоколадку съем. Так. Погнали. Она где-то вот здесь должна быть. Так, Вика, ты где? Ну, в воде плаваю, пытаюсь вход найти. Так, я, наверное, все-таки это еще раз поем, да? Да, она где-то там на дне. Где-то на дне? Угу. Готовься быстрее. Ты думаешь, если подкидывать листья, оно быстрее приготовится? Я деньги подкидываю, быстрее. Я готова платить, да, за это? Да. Ну что, нашла? По-моему, да. Да, нашла. Ловить кому? Тут, короче, я точно знаю, вот мы либо ее уже получили, либо сейчас получим чертеж американских горок. Американские горки? Да. В игре? Да. И на этом, на панцире черепахи ты можешь кататься. Вау. Ну, блядь, все что угодно, лишь бы сына не искать. Нет, именно поэтому здесь есть церковь, гроб и крест, типа, все. Вика, прости. Нет, прости, это не Вика, это Маша. Маша, прости, но там, как я заплываю в твою задницу, нет никакого гетеросексуального объяснения. Все просто забанят. У меня ничего не было. Нам... Мы вниз, да? Тонем, я имею в виду. Да, мы вниз тонем, все правильно. Вот. Я ничего не видела, значит, ничего не было. Потому что всё. Нихуя себе. Сколько я видела. Если я не слышу проблемы, значит, ее нет. Главное, чувствуешь эту проблему. Если я не слышу хруста безе, значит, его не было. Светлана. Я не слышу хруста безе, Светлана.
А, там дальше плыть? Да-да-да, еще. Да, можно я тут не первый спускаться? Давай я поплыву. Вот тут я бы пересрала бы. Давай я поплыву, меня не жалко. Да, тут нету ничего. Тут максимум, по-моему, могут быть дети-детишки, но и то факт, вряд ли. Вообще, по идее, в подводных пещерах... Бля, я кракена боюсь! Кракена, по-моему, нету. Нету здесь никого кракена. Откуда мне знать? Нам сюда? Сюда я ко мне. По-моему, нам сюда. Да-да-да. Вот они. Вот американские горки. Вот. И все. Да, знаете? Сейчас здесь есть какая-то шмотка. Да-да-да, костюм. Костюм кого? Спортивный костюм. А теперь смотрите, а смотрите прикол. Начинаете бить вот эту стойку и собираете листья до конца игры. Почему-то из этой... Ну вот, тут, в принципе, пример показан, как это работает. О, арбалетные болты еще. Где? На полу. Вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь были. А где же? Один нашла. Как этот костюм выглядит-то, блин? Сейчас выплывите ко мне, я посмотрю. Я просто не знаю, надела я его или нет. Надела. Новый комплект одежды. Найден. Окей. Все, обратно. Интересно, если поджечь молотом, станет тепло? Если поджечь молотом себя? Нет, в целом, если молотом так, поджечь. Так, знаешь что, я, наверное, назад, потому что мне кажется, мне не хватит воздуха в баллоне. Так, подводная пещера у нас все, да? Да. Больше ни один кракен не укусит тебя за задничку. Теперь остаются, ну, сами остатки пещеры. Ну, не знаю, я предлагаю вернуться домой. Может быть, я не знаю, там, церквуху построить, там, или еще что-нибудь. Я потерялась. Наверх. Свет в конце тоннеля. Вот и я увидела все, что Маша не видит и не слышит. Ой, ну и фу. Как мы да тут, ладно? Как мы тут выплывем-то? Тут пещера. Пещера, в смысле? По-моему. Не, какая-то. Это просто текстур. А, тут, мы тут вообще не выплывем, by the way. Значит, пойдем туда. В ту сторону. Так что, домой строится? Ну, видимо. Предлагаю построить церковь и собрать денег на храм. Собери деток. Обращаем их в новую веру. Бабья вера. Матриархат. У нас с вами все серии видосов именуются как бабьи. Бабья Фазме. Бабий Форест. Вера бабья. Реально, что угодно, лишь бы сына не искать. Угу. Я как ебаный дельфинчик. Мурик. Кстати, к слову, селедка в сахаре, это очень вкусно.
Да? Да. Надо попробовать. Ну, я бы сама не стала мариновать. Вот. Купленная, конечно, да. Да, Сима, давай, раскидай мне все блокноты, все-все-все. Ну, конечно. Пришел, суету навел. Так, а как сделать ну-ка еще раз? Цикорий, так. Олень. Привет. Мелкий засранец. Давай, я здесь. Как раз, два. А, погоди. Давай. Найс. Повезло, что он сюда упал. Не ему. По камням, да, Ви? Угу. Ты куда? По камням со стороны. Так с этой стороны давай. Ага, я понял. Воу-воу-воу. Ну, бля. Да. Да ты рофлишь. Мне нужен трофей белки. А молить не важно. Есть. О, блядь, получилось. Так, я несу этого Элвина. Помогите мне донести Элвина. Как забраться-то, я не понимаю. Отсюда, отсюда куда? Вверх не поднимаю. Вверх. Нет? Не получается. Значит, сюда. Угу. Вот сюда? Я просто скатываюсь. Погоди, за хвост самолета это там, где мы были? Изначально или нет? А почему ты смеешься, блядь? Я не понимаю, как это... Маша фигуристка, блядь. Дай ему передохнуть немножечко. Вот. Так у меня полная стамина, он просто пытается нет, скатиться. Нет, он просто типа скатывается, и пока да. Анимация не проходит, он, блядь, не запрыгивает. Элвин, ты идешь домой. Олень! Ви, Ви, Ви! И аборигены, блядь. Ребят, Ви, может, убежим? Просто я не могу тебе помочь. Да, подожди, я сюда. Не трожь, мы его оленя скотим. Так, подождите, блядь. Блять, я костер сломала, да? Да. Ебать, он залез на дерево и пропал. Был олень, где он? Вон. Я потеряла Элвина, да, блять? Нет, я нашла Элвина.
Пойдем. Не, подожди, а сжигать не будем? И Элвин тут. О, а у меня тоже такой костюм? У тебя сейчас футболка. Блин. Ты можешь поменять их в инвентаре? Mm-hmm. А зачем голова Бэмби? А где ты? У нас есть Бэмби. Сзади тебя абориген! Слушай, а где ты разделала оленя? Или это Зор разделала? Я разделала парочку, Юг разделала. Вместе с ней разделала? Да. Ага. Просто там же висит так подвешку. У нас заяц попался, по-моему. Отлично. Или нет? Ну да, всё, я не могу костей больше. А у меня, кстати, больше нет брони надо. А что мы с ним делать? Как его убить? Или это мясо уже? Ну, в руки берешь, и там новую кнопку мыши нажимаешь, да? Б? Левую. А, левую. А, поняла. Есть костяшка одна лишняя? На. Блять, я тебе этой рукой... А где Элвин? Вот, Элвин здесь всё. О, еще один. Ой, у меня мясо... Это баран. Нет, это Бэмби. Нужен Элвин. Вот, всё. Пойдём. Мясо пожарим? Давай. Два куска. Не, у меня кости не хватает. Олень? Да. Давайте. Хватайте его. Так, иди стой. Сюда. Давай. Подожди, стой. Ничего не делай. Подожди, Г. Так, Элвин, лежи тут. Раз, два, три. Нет, не подожди, это не то. А где Элвин? Да бля. Я вижу только Бэмби. Это не то. Найдем еще тебе Элвина, не переживай. Иди сюда. Да кушай. Я уже покушала, ты покушай. Тогда найди здесь Элвина. Я не уверена, кстати, что он скатился. Идешь? Да иду. Еще две этих оленьих шкуры, у нас будет диван готов. Нам бы, блядь, с этой себе теплые одежды делать, а не диваны. Что же, холодно скоро будет? Так нам нет, надо... просто нам же в пещеру надо и заканчивать в целом сюжетную линию. Это надо, ну, в город туда, где холодно. А, то есть там можешь еще и пройти? Да. Да. Ваш понял, хорошо. На диване сильно хочу сделать. А для, ну, естественно, для шмоток нам надо одну шкуру хуй пойми кого. Кабана. 4 кабаньих. 6 оленьих, 1 заячья, 2 веревки и 2 этих. Ну, то есть каждому как минимум надо тогда еще олени не фонтан. Я передумала. Я даже знаю почему.
Знаете, у нас тут просто все ловушки выебаны и высушены. Аборигены хоровод водят. Причем это не просто аборигены, это какие-то аборигены альбиносы. Блять, я не понимаю просто, как можно... Как мне эти трупы увезти, когда... Тебе же как можно скидывать? Да и можно, но у меня не получается. Она пролистывается, как только доходит до аборигена, оно пролистывается. Я до сих пор Элвина не нашла. Уже темно. Зор, возьми труп. Mm. Пожалуйста. Где? У вас под ногами. Спасибо. Не знаю, почему я не могу на сани его... А, подожди, а можешь ты на сани положить? Его, вот тут типа на сани, к саням подходишь, букву R нажимаешь, и вот у меня человечка нельзя положить. У меня пролистывается сразу либо до камня, либо до палки. Да, нельзя. Хотя, блин, можно. Обидно, я Элвина потеряла. Найдешь еще одного в путь порезать. Да, блин, я дважды его находила. Третий раз. Ну, точно. Блин, мне все эти трофеи тяжело даются. Еще ходит. Так, мы где? Так, мы еще с вами подошли. На, вот сюда вот. Угу. Аккуратно. Аккуратно с ловушками, да, не вкусно прямо здесь. Так, ну-ка. Слушай, а вроде так же темно, как раньше. А должно было быть как-то иначе? Не знаю. Это что такое? Какие-то. Я положила 4 кусочка мяса.
Наконец-то у тебя эта маска пропала с лица. Криповая. У нас мясные изделия на любой вкус. Подходи, выбирай. Кролик вяленый, рыбка вяленая, вяленый варан из экзотики, куриное филе, птичье филе не куриное. Оленина убивали. Оленина мариновали. Заходите, кушайте. Сейчас. Никого не слушайте. Теплый костюм, кабан, ни хрена себе. А что это? А реально, что это за животное это? Кабан? Нет. Первое в костюме. Вот это что это такое, блин? Непонятно, что это. Акулья? Не может такого быть. Акулы кожи не смогут. Хотя? Я спиздила всю воду, что у нас была, простите. Вика, тебе не кажется? Вот попробуй, что это акулья как будто кожа. Но так акулы же не бывают. Ну, с акулой кожу не снять. Ну, как будто бы похоже, но может быть это какой-нибудь медведь в очках. Медведь в очках? Где это вообще вы видите? Положи шкуру на, ну, на крафт, шкуру оленя одну. У меня нету, я все положил. Енот. Енот? В душе не чаю. Одна кожа енота, 4 кожи кабана, 6 шкур оленя, 1 кролик чумя. Я кабаната в игре ни разу не видала. Ну, в общем, это енот. Вообще на енота не похоже. Да ё-моё. Давайте спать. А чё, кости кто-то собрал? Нет. Прикол, а костей нет. Так, ну так. У тебя борода блестит, взор. Спасибо, я стараюсь.